Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Финская компания Vario, известная по своим XR-VR-гарнитурам для бизнеса, представила свое первое устройство, доступное не только бизнес-покупателям, но и потребителям. Vario Aero. Эта гарнитура предназначена для VR-энтузиастов, гонщиков, пилотов и других симуляторщиков, которым важна максимальная четкость картинки. Шлем имеет два откалиброванных 90-герцовых дисплея с мини-LED-подсветкой и разрешением 2880 на 2700. 120 на глаз, которые дают угол обзора в 115 градусов по горизонтали и максимальную плотность в 35 точек на градус. Шлем сохранил чистые асферические линзы без лучей бога, засветов, переотражений и одну из лучших систем отслеживания взгляда, позволяющую делать ямковый рендеринг и автоматическую подстройку межзрачкового расстояния. Сохранена и одна из наиболее комфортных систем крепления шлема с тройной регулировкой. Минимальная видеокарта для шлема RTX 3050 или RTX 2060. Диапазон межзрачкового расстояния от 57 до 73 мм. Трекинг только базовыми станциями SteamVR. Цена Vario Aero 1990 долларов или евро без дополнительных платных подписок, но для работы шлема в лаборатории без подключения сети требуется дополнительная лицензия. Оформить заказ можно уже сегодня, поставки начнутся в конце 2021 года. Издание The Verge, ссылкой на источники внутри Facebook, сообщило, что корпорация Цукерберга хочет стать известной как компания метавселенная, а не как компания соцсеть, все проекты которой требуют вход через аккаунт Facebook. И поэтому она скоро сменит свое название. Предполагается, что Марк Цукерберг назовет новое название компании на Facebook Connect уже на следующей неделе. Но все указывает на то, что новым названием компании будет Horizon. Во-первых, ранее компания переименовала Facebook Horizon в Horizon Worlds и назвала приложение Workrooms как Horizon Workrooms. А во-вторых, на сайте Facebook Connect часть докладчиков представлены не от Facebook, а от компании Horizon. Другим вариантом возможного названия компании может быть Meta. У жены Цукерберга Чан Цукерберг уже есть одноименный фонд на сайтах Meta.org и Meta.com, посвященный исследованиям в области биологии. Однако, по мнению других журналистов, изучающих тему через свои источники, новое имя компании до сих пор не выбрано. И даже сам Цукерберг все меньше хочет, чтобы компания имела мета-имя. Параллельно со слухами, Facebook сообщили о своем 5-летнем плане создания метавселенной. В рамках этого плана компания будет активно работать с европейскими правительствами, чтобы нанять 10 тысяч высококвалифицированных специалистов для работы над метавселенной. Китайский гигант ByteDance, известный по приложению TikTok и недавно купивший компанию Peak Interactive, совершил еще одно крупное финансовое вливание. В этот раз деньги пошли не на VR-технологии, а в AR. В производителя волноводной оптики и AR-микропроекторов Shenzhen Guangzhou Semiconductor Technology. Компания была основана в январе 2020 года двумя экспертами в AR-оптике и была создана для производства высококлассных волноводов и световых приводов. Компания собирается стать лидером на AR-рынке, и, скорее всего, инвестиция от ByteDance сможет ей помочь в этом в обмен на AR-очки для ТикТока. HP анонсировали обновление аппаратной и программной части шлемов HP Reverb G2 и Reverb G2 Omnicept Edition. Компания начала выпускать новую ревизию устройства, в которой были сделаны следующие улучшения. Улучшился трекинг контроллеров, вертикальная площадь трекинга была увеличена на 30%, кабель получил большую совместимость с системами на AMD и теперь дает меньше проблем с соединением. И новая лицевая маска позволяет выставить расстояние от линз до глаз на 9 или на 15 мм. Что позволяет легче попасть в зону максимальной четкости. Компания также отметила улучшения в среде Windows Mixed Reality, такие как улучшенное стартовое окружение VMR, опция автоматического запуска SteamVR при старте VMR, а также дополнительные настройки автозапуска Mixed Reality Portal. Microsoft также починили режим фонарика, позволяющий осматривать комнату. До этого часть экрана была перекрыта, сейчас это исправлено. Но у новой ревизии есть большой недостаток – она будет продаваться только в США. Джон Кармак, консультирующий CTO Oculus, пообещал месяц назад, что компания Facebook скоро позволит разблокировать загрузчик своего первого автономного VR-шлема Oculus Go. Обещание было сдержано, разблокированная прошивка стала доступна на сайте компании. Естественно, установка разблокированной прошивки нарушает гарантию, но маловероятно, что у кого-то еще осталась гарантия на устройство, официально заброшенное год назад. Это отличный способ продлить жизнь устройству, которым сама компания решила больше не заниматься, и теперь можно будет посмотреть, как сообщество начнет модифицировать первый автономный шлем Oculus.
Valve опубликовали новую страницу своего сайта, рассказывающего о четырех стадиях совместимости ПК-игр с портативной ПК-консолью Steam Deck. Все VR-игры были ожидаемо автоматически перемещены в категорию «не поддерживается», и при запуске такой игры Steam Deck будет выводить сообщение «игра требует VR-шлем». Half-Life Alyx, флагманская игра Valve, была показана как пример несовместимой. Гай Годин, разработчик приложения для беспроводного стриминга VR-картинки Virtual Desktop, объявил о новой функции приложения, способной чуть-чуть улучшить четкость картинки – Contrast Adaptive Sharpening или CAS. Несмотря на то, что это не технология повышения разрешения FSR, именно CAS показал во многих экспериментах большее влияние на картинку, особенно в играх типа VRChat. Обновление приложения доступно для Quest 1 и Quest 2. Вышла Resident Evil 4 VR, эксклюзив шлема Quest 2. Пока мы проходим игру и готовим обзор, энтузиасты смогли выкачать из магазина версию игры для Quest 2 и загрузить ее на оригинальный квест. Как ни странно, игра спокойно запустилась без особых лагов. Hello Games анонсировали следующую главу обновления Expeditions для своей игры No Man's Sky. В этот раз игрока отправят на пустынную планету Васан, заполненную гигантскими песчаными червями. На этой планете игроку придется найти и уничтожить голодные щупальца в самый раз под Хэллоуин и выход фильма Дюна. Обновление также включает в себя декоративные предметы, визуальные эффекты и новые виды песчаных червей, на которых можно будет кататься. Обновление скоро станет доступно, поддержка VR также никуда не денется. Не забывайте, Забываем, что в понедельник 25 числа пройдет конференция Pimax Frontier, где компания расскажет о своем видении VR на ближайшие несколько лет. Ссылка на официальный стрим будет в описании. А 28 числа пройдет Facebook Connect, на котором Facebook и Oculus представят свои собственные новинки. Смотрите стрим Facebook Connect на нашем канале с параллельным переводом. Выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula IQ, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите свои предложения для нового имени Facebook. Увидимся в виртуальной реальности.